Воспоминания Дора Люкс, воспоминания о прошлом, часть третья. Воспоминания о бабушке. Бабушка всегда была для Нади самым дорогим человеком. Особенно эта любовь была ярко выражена в раннем детстве, когда человек еще не способен на скрытие каких-либо чувств и эмоций. Особенно запомнился один день. Наде исполнилось чуть больше 3 лет. Они вместе с бабушкой и мамой шли с рынка, чтобы посадить бабушку на трамвай. Ей надо было ехать к себе на Черемушки. На улице стояла чудесная погода, было тепло, солнечно. В памяти так и остался этот день, как очень радостный и безоблачный. Словом, этот день был удивительным и неповторимым, и, к сожалению, таким не похожим на сегодняшние дни. И это непонятно, поскольку родители делали все возможное и невозможное, чтобы их детям было хорошо и беззаботно. Но мы немного отвлеклись от повествования. В тот безоблачный день, как уже было сказано ранее, они провожали бабушку Елизавету Александровну на трамвай. Бабушка уже села в него, и он вот-вот должен был тронуться с места. И тут произошло удивительное. Маленькая Надя почувствовала, что бабушка уезжает, оставляя ее. И поскольку она была к ней привязана, то, недолго думая, залезла вслед за ней и прижалась так, словно бабушка могла исчезнуть куда-то. Сколько мама не уговаривала Наде выйти из трамвая. Сколько не просила, Надя была неумолима и просто говорила, плача: «Нет, я останусь с бабушкой». Но что могла сделать мама против такой слепой любви? Ничего. И поэтому Надя преспокойно поехала к бабушке.